Так, друзья, всем здравствуйте. Снова мы на рыбалке с сетями на Баренцевом море. Море немного успокоилось. Поставили две сеточки. Немножко подождем, проверим. И завтра к вечеру будем проверять снова. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Посмотрите, как живут люди на крайнем севере. Черная казарма. Камера не видит. Итог нашей 15-минутной рыбалки. Столько зельдушки. Дальше вот такой красавчик. Крупненькие такие особи. Тоже считается крупная зель. Пойдем смотреть 45-ку. Сеточка 45. 3-20 минут. Очень некрасиво тоже стоит. Смотрите. Все кольца. О! Нифига себе! Какой смачный чир. Тише. Тише, тише, дружок. Тише, тише. Выпутали, снимаем с головы. И вот он, красавчик чир. Вот у него какая морда тупенькая, тупонос. Растут они большими, ловили на 8 килограмм даже. Называют их иногда белая семга. Еще кто-то был. Уплыл, что ли? Уплыл, блядь. Походу был сижок. Надо понять, где перехлестнул. Сижок. Это то же самое, только морда ровная. А
вот Чирок. Тут то же самое, только морда тупая. Только что же была рыба. Походу, этими волнами ее вырывает из сетки. Чтобы не было этого кармана, в который заходит волна. Раньше надо было приходить проверять. Что долбаные бакланы клюют всю рыбу. Сегодня даже не выключилось мое говнопро. Стояло ведро с рыбой. Чайки там хотели устроить пир. Бакланы. Но ничего у них не вышло. Да и с ведром не проклевали. Даже таскали. Так, то что у нас было, этот залетел, пока ставили крупную сетку. Это минут через 15 проверили звездовку. Вот, проверил эту сетку. Ну, конечно, этот чир вообще красавчик. Чир маленько сиков, почему-то нет омуля. Подожду еще минуток 15, проверю еще разочек. Так не хочется уходить, когда ловится рыба. Пока еще достаю сетки. Сейчас проверю, потом пойдем домой. Вот, друзья, прошло еще минут 15, может 20. Вода стала прибывать, пошел макар. Очень неприемный. Пока зайду, посмотрим. Офигеть.
Кусала сеть, грязью покрутил же. Где-то одна. Оп. Блин, офигеть, какая грязная сетка. Теперь не знаю, что в ней попадется. Я вам ничего хорошего там налажен опять. Еще середина. Вылазить сюда пошли. Очень грязная сетка. Так, друзья, проверили, получилось
45, чуть не до конца. Вот такой улов. Так, море выгнало всех рыбаков. Опять же, не дав ничего половить. Вот такие сети у нас стали. Должен быть южный ветерок. 4 метра. Без метео опять ошибся. Как всегда практически.